Ну, вот тут вот да вашы дзевачкі ў асноўным хадзілі, я так разумею, на Вялікдзень. На астатнія святы это так ужо па жаданні, да? Ну да, не столько не по, а ну или по жаданию, или по, скорее всего, по нужде. У кого какая нужде? Кто что натворил? Приходил на исповедь. На исповедь сюда да я. Ну а как же? А с кем поговорить в том вопросе, с которым не с кем поделиться? Секрет. Ведь человек, почему говорят, что человек, который совершил преступление, что он делает потом? Его тянет на место преступления. Точно так и женщина, если она что-то противообщественное совершила, ей же куда-то тянет. Вот она пришла сюда, рассказала. Так. Рассказала, и что? Да, поделилась своими, сама с собой, своими мыслями. Угу. Вроде бы... Ей легче стало. Да. Ага, и тогда она что? Она ее должна что-то принести, покласть, или так? Ну, как уже получается. Хочет приносить, хочет... Ну, чаще всего приносит тот, кто какой-то помощи ищет, так естественно, он же... Угу. Откуда же пошел брат жертвоприношение? Из-за того, что люди... Из-за пытались найти помощь какую-то у кого-то. А у кого? Ну, видала какого-то шамана, идол. Не тот идол, который мы предполагаем, что ну, это что-то плохое. Идол это та абстрактное какое-то существо, которое наделено какой-то силой, которое может человеку помочь. Но не каждый мозг способен вот это абстрактное превратить в естественное. Поэтому шаман подсказывал, вот, ну, камень там или дерево, вы же знаете, что и деревянные были и вот эти идолы. Это элементарно, учебник 5 класса по истории, это все, ну, правда, там очень уже элементарно сказано. Ирина Васильевна, да кого, ну, какие вот тут, как вы меркуете, вот жаночие справы могли, вот женщины с какими проблемами? Вот, кроме ну, бесплодия, так разумею. Вы знаете, у каждой женщины есть очень... Ну, вы знаете, ей женщине, ей трудно про это говорить. Разрешите, я вам про это скажу. Давайте, мы во-первых, я это делать не могу, в силу, вы знаете, каких причин, что мне это от Бога не дано. Это и прелюбодеяние. Это, как я уже говорил, и аборты. Это и наговоры. Вот вы влюбились в какого-то парня, а для того, чтобы отбить у соседки, у подруги или какой-то, он на вас не глядит. Идут сюда и просят заклинания различные. Или же поругались с соседями, чтобы на его пожар там пришел, или на урожай вместо дождя град пошел. Пришли сюда, просят. И что, вот она нашли не град тогда на соседей? Ну, так вы говорите проблему. Вот люди шли это просили. Помогали. Кому помогло, кому не помогло. Да. Вот если бы кто-то на соседскую картошку пришел 3 дня назад попросить мороза, помогло бы. Потому что мороз был. А уже сегодня... Ну что, они уже навряд ли поможет. Хотя же можно было попросить. Нет. Вот поругались соседи из-за чего-то, чтобы тебе такой гад. Ну я думаю, что к ней приходят только по хорошей просьбе. Я так думаю, что просят то, что нужно где-то в чем-то помочь. Или в болезни, или... Ну да, говорите, больше всего, конечно, болезни. Там, да. Но я думаю, что она только хорошее делает. А расскажите еще, вот вы сказали, что то, что сдымают, да, с яе, то вешают на древо, не палить, да. Висит просто. Ну, потому что когда обряд не происходит, уже люди по одному ходят, кто-то что-то, чтобы не слышал, что я прошу, например, у нее. Он пришел, если он уже старенькое, повесил на дерево, новое, чистое повесил на нее. А если уже обряд, то все снимается. Все палится, песни поются, и новые одеют, и тоже поют. А вот на вашей памяти, вот вы же тут с детства живете, вот, ну, робили так, сдымали все, палили азии? Да. Ну, как, когда приезжали, вот. А вот, а вот до того, как почали ездить? А до того, нет, я как бы... Не переодевали ее полностью, видела, да? Иголенькая, она, ну, не стояла николи. Не, она стояла, когда в первое время, когда уже потом пошли люди просить у нее, они потом начали ее одевать.
А так она голенько стояла. А з якіх то гадоў так сталі хадзіць прасіць? Ну, да гадоў 15, видимо. Не, Воробей же Мані уже 75 гадоў. Ну вот нам Маня Воробей акурат казала, што быццам бы она стаяла голая, і вот апошні літаральна 20 гадоў хадзілі толькі. Вот ей же зараз 75 гадоў. Ну, начала нараджаць дзяцей хай 16 в то время. Ну, вот откиньте 16 гадоў. 60 гадоў, значит. Вот все люди ходят и просят. А як вот... Ну, конечно. Люди ходят, да. Значит... Да. Так а як-то вот люди, ну, вырашили, что вот не ходили, не ходили, раз стали ходить. Был голый крыш, а стала вот девочка. Ну, вот я уже как бы... Ну, вот такое... Ну, друг на друга глядя. Да, наверное, так. Ну, что-то пришел один, а потом... Вот тут да. Сказал, ягоды, грибы, люди ходили, собирали. Вот, видимо, кто-то один обратил внимание, второй обратил внимание. И пошло, так оно и пошло. А вот эта огорожа с каких годов зробленная? Вот да, в каком году восстановили? Да году три, видимо. Да. Ага. Потому что когда эти... Как установили ее? Приезжали эти каких... С Риги, так еще забора не было. А крыш тут стоял? Коли вот не это вместе это поставили. Это все разом поставили. Ага, и ясно. Огороду, и это самое. Ирина Васильевна, так а как вот вы думаете, чего вот она, ну вот росла, а теперь вот уже перестала? Ну, наверное, она подошла до своего возраста. Ага. Как а какой мы вот... растем, а потом ей, же да? Мы останавливаемся. А какого вот она возраста? Ну, вот сколько ей? Есть какие-нибудь там вы знаете, предположения? Или, может быть, кто-то говорил из старых там людей, из которых дали. Ну, знаете, как бы на эту тему. Но вариант научный, это мой исключительно. Uh-huh. Это я сейчас уже после отъезда этой Нечкиной, меня тоже заинтересовалось, почему это в Прибалтике они и в нашей местности. Я, например, это связываю с, ну, уже в курсе дела, ледник, который скандинавский вырушил. У нас все горы, видите, вот, и у нас гора. Вот таком. Почему? Потому что ледник шел, и он как бульдозером толкал, потом дальше пошла вот низина, а дальше опять гора будет. И это место называется Курганы. Ну, вся Белоруссия вплоть до почти до самого Киева. После Киева уже там ровная степь пошла. Так я думаю, что где-то у Прибалтики это все было. Ледник, когда пошел, это до ледникового периода, он все на своем пути, он же земли брал где-то с полкилометра, видимо, потому что 3 километра глыба льда, и как бульдозером это тянул, и, видимо, эти камни сюда притянул. Ну, а люди, тогда шаманы ж были, это самый уважаемый человек у племени был, они это использовали. Это моя версия того, как они появились. Она подтвердилась и появилась у меня с того времени, когда нас в этом самом в Олевске начали копать, нашли бурштин. Знаешь, что такое бурштин? Угу. Янтарь. Да, янтарь, совершенно верно. У нас янтарь только на берегу Балтийского моря. И вот здесь рядом, километров 70 от нас. Может быть, и у нас есть, но у нас еще... Ну, да. никто не копал. Никто. Если бы начали копать, это 2-3 метра. Может быть, он и у нас есть. Угу. И я раз... А откуда он мог появиться вот здесь, это самое, за Глушковичами? Я считаю, что раз на узбережье Балтийского моря его находят, вымывая вода, значит, он на поверхности стоял. И когда этот ледник со Скандинавии шел, он вместе с бурштином забрал эти вот камни, ну, который Еву нашу притянул, тут растаял. Угу. Тут растаял. Так бурштин, он рядом, ну, 70 километров от того места, где мы находимся с вами. Там бурштин, там, видимо, и камни. Ну, камни как тяжелее, да они, видимо, остались здесь. Да. Почему? Потому что вот полоса, вот такая полоса, там Леплян, и вот Данилеги, это же рядом, через лес сколько тут километров, 7 будет, да? Вот сюда. Ну, наверное, да. Данилеги. Потом Дзержинск. Дзержинск вот так тоже прямо. Вот. Так это вы называете вёски, где камени есть, да? Да. Угу. Ну, нашли. Ну, они ещё где-то есть. Угу. Но им уже придали вот такой религиозный статус. Угу. А вот учитывая то, что это самое, официально церковь их не принимает, значит, оно языческое происхождение. Раз языческого, у нас церковь в 988 году крещение Руси произошло. Так я, видимо, если не ошибаюсь. Значит, возраст можем сказать, что уж 2000 лет уж точно есть. Да, да, да. И мы знаем, когда, какую
палеозойская или кенозойская эра, когда ледник, это за 2000 лет, по-моему, до нашей эры еще ледник шел сюда. Значит, вот откуда можно предположить, какой возраст. Это я, после того, как нашли этот янтар там, так я думаю, хотел бы связаться. Почему я вас и спросили, знаете, у профессора Нечкину, ну, свою идею, чтобы поговорить с ним. Она эту проблему решает, она докторскую диссертацию защитила. Она и говорила, иди работает, и все, и координаты оставляла. Она думает, мне она надо, мне она не надо. А теперь мне появилась. Она исчезла, как вода в песочке. А вот вы сказали Ева. Вы сказали, что раньше у вас Евы не звали. Не звали. А вот это вот приехали эти, как их, латыши, да, с Риги. Ева, Ева. А они сами ее назвали, что ли? Приехали, не, просто назвали? Потом, не, а потом женщин, я нашел женщин, на женщине сказали. Они, оказывается, ну, связаны родственными связями здесь. Да говорят, Ева в Данилега говорят. Да уже и мы говорим, говорим Ева. Угу. Ирина Васильевна, да кого-то на вашей памяти звали я ей Евой? Не, я как бы этим сильно не заинтересована была, то как бы я... Да не, если бы звали, дочулю. Ну да. Это вот недавно, это да, с Данилег пошло. Угу. Я же говорю. Как начали вот ездить, как да. Определили, уже начали ездить, так... Как-то же надо же назвать ее. Да они между собой Ева... начали говорить, вот да. Пришли сюда. Ева, Ева, значит, вот Ева. В Данилегах просили, дождю нема. Просят, ходят, ну, просят женщину в ее, чтобы дождь был. А его нема. Может быть, ваша Ева дождь, шутя так сказали. Еще не закончили женщины тут спевать. Когда ж той дождь обмокли? Да холодный, да с градом, мать честная. Вот говорю, накаркали вы на свою душу. Ну, я не знаю, какое впечатление осталось, но, видимо, то, что Ева точно помогла. Потому что шли сюда, ну, не облачко. Я сам удивляюсь, я сам, я ретеист, смеюсь иногда, но... Это какой-то знак, наверное, скорее всего. Я говорю, накаркали вы сами на себя. Никогда такого не было, чтобы что-то сказал в моей практике. Комары уже появились. Назовите нам, коли ласка, ну вот как мы ведали, кто нам что рассказал, вот ваше полное имя с прозвищем. Демидовец Ирина Васильевна. Угу. А як ваша девичья? Борисовец. Угу. А какого вы года? 70-го. Угу. А где родились? В деревне Боровое. И все житё тут да, прожили? Да, все житё тут и живу. Угу. А можно еще фамилия, имя, отчество? Демидовец Ирина Васильевна. Спасибо. А подскажите, а вот вы верите вот в каменные девочки? Вы знаете веру? Веру. А вы часто ходите? Нет, я часто не хожу, но очень многие люди ходили, просили, и она помогает. А расскажите, может быть, какой-то случай, вот кому вы знаете, была помощь? Наши родственники, у родственников сын, он сильно пил горелку. Ну вот они пришли, ее попросили, и все восстановилось. Или это она помогла. Ну, как бы, если просишь у нее и сама в это веришь, оно должно это все и... А долго она ходила вот к этому камню, чтобы... Да нет. Вот когда просят и дают как бы такой, как сказать вам... Вот я, например, прошу и говорю, вот я тебе там на следующую Пасху там принесу платочек или там это, или то. И ты должна это все сделать и принести. Так это спочатку идут, нечто ее дают и обещают еще да, раз принести. Да, даже. Да, да. Угу. А да. Что обычно носят? Обычно носят все, что угодно. И платки, и фартушки, и полотенца. Вот такое. Чаще повязывают всего ленточки. А? Чаще всего полотенца. Ну да, в основном да. А вот этот сын, он потом пить не начинал уже после нет, того, как нет. Вообще никакого случая не было? Нет, нет. Ну, так бывает уже как бы, как мы все, можно сказать, какие-то причины такие вот. А так, как раньше, такого нету сейчас на всё. Ну, много у кого вот эта баба, что вы вчера были. Знаешь, тоже мы много вам что рассказывала тоже. Как у нее там тоже дети болели, она обходила, просила. И она помогала. Я рассказывала вам такое. Ну, она рассказывала, так у нас так, ну, мы ее старались понять, как бы она была сложно немножко. Она очень много всего рассказала, конечно. Ну, она очень много знает. Она говорила там, что-то с детьми, там что-то да, было. Да, да, вот... да. Она очень много знает про нее. Угу.
она как-то больше вот так заинтересована. А что-то было с детьми вот именно просто? Болели, да, 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 да. А в итоге она помогла? Конечно, да. Она более так вот у Маня Воробей, она более так вот к ней. И так людей понемногу. И уже как бы. Михаила, вы, коли ласка, назовите, да, скажите, полностью, как вас звать? Сечко Михаил Васильевич. А якого вы года? Ой, з мого года вже 49-го. Ага, а где вы родились? В Ліплянах, Ліпляна деревня. Это тут Лельчицкий район? Лельчицкий, за Лельчицами там 3 км. Ага, это отсюль, кольки отрымливается? Так, 25, ну, около 30. Угу. А тут вы з якого года убираем? 77-го. Угу. Дякую. А можно еще фамилию и имя ваше? Сечко Михаил Васильевич. Угу. Спасибо. Дякую. Отлично. А вот это вы казали, трава, что вы ее на челочке, дереза зовется, да? Да, дереза. Угу, она и зимою зеленая, она круглый год зеленая. Да, круглый год. Это просто что, ну, на земле. На земле, а то вырва, тогда она сохнет. Ну да, сохнет. Ну, это как лавр у греков, у римлян, символ такого величия, лаврового венок, откуда пошел. Та, а у нас дереза считается. Вот. Ну, венки же все делают. То сейчас уже искусственные делают, а раньше же только с дерезы.